Защита Блин, аккуратнее. Арус на Паскале. Да, Blackbird может как бы. Хотя, в принципе, у нас нет реки. Хаунд может вывести. Хорошо. Смотрите, надо формацию строить вот за эти астероиды, только там объектов нифига нету. Да, слушайте, мы очень плохо. Мы будем пытаться назад, от станции, как не на варпу, а мы будем вдаль туда. Лучше не скрамбите сейчас его, отползите, потому что вас могут быстро заскрамбить тут. Можно вот туда вот формацию устраивать. Потому что подсканов нет особых. Да, можно туда. То есть все дальше не бейте, не бейте, а то там парень окочурится ведь. Поехал. Кажется, Баргис очень смутил ребят, когда они начали андокаться. Зря я варпал на стан, короче. Может, и не зря? Слушай, он меня залочил. Да-да-да, мне тоже. Он проснулся, он пришел. О, курса. О, я буду им же дэшить. Держите пока его, держите пока его. Так, не могу лочить, разгоняюсь. Я хочу подтопить маленько. Бонус есть? Бонусы нужны, лол. Она топит. Сейчас. Сейчас могу скоро лочить. Запивай прокурор. Не, давай, подожди, надо залочить. Так, я свой зажег. Лочится, МЖДша. Есть курса. Подвод, тоже беги, я добью. Беги, беги, прям беги. Затрек дизела, парни, затрек дизела, затрек дизела. Ну все, тебе хана. Я не бью ее пока. Нам бы что-нибудь с ней придумать, надо отнейтрить ее, в общем, я думаю. Ну, отнейтрим. Ну, я первый залп не только дал, так что у нее нет шансов. Я скотчил блинки. Блинки? Люблю мы же, да? Она с носфами. То есть она будет не тридать все равно? Ну, и я с носфами, бля. Не месяц. Вижу. Подскану. Давай, короче, в 5АУ досканите, что будет приближаться, скажу. Да тут можно вообще подскан смотреть. В принципе, да. Не, по-моему, это чисто нос фокуса будет. Ну, она антрагдизит меня, главное. Ну, три, главное у нее три трагдиза, слушай. Ну, блин, все. Все, хана. Минус бархест. Таких... А, нет, метрики тоже есть. Таких странных заложников я еще не ловил. О, тихо. Она арморная, что ли? Тихо, да. Она картонная. Какой ужас. Да ты вот сейчас очень опасное действие совершил. Блин. Кто мог подумать вообще о таком? Просто донышко какое-то. Днишко. Днишко курса. Было бы круто, если бы у нее был еще лазер. Ты слакал? Ну где же? Где же ПВП? Курса, похоже, дронов забыла дома.
Виатор. О, Борис какой-то зашел. О, Борис какой-то левый чувак. Фига у него СС минус 10, слушай. Возможно, комбат пробки, возможно. Подожди, подожди, комбат к пробке. Убираю бонусы. О, слушай, по-моему, на бонусника мне кинули их. Да не, я на паскане все пробки вижу, а бонусника нет. А он уже в клоке. С дизами не провтыкайте сейчас. А тут есть сиги, слушай, возможно, и вэшники зашли. Да, тут сиги есть, возможно, зашли из лоу. Все, теперь я под... Имеет смысл подсканить? Ну давай. Ну все, парни, я тоже под трехдизами. Больше пробок. Как я люблю МЖД вот за этот, когда ты МЖДшишься в лицо кому-то и дизишь. Я просто в восторге. Особенно когда дизну 60, да? Еще плюс. За время пребывания в локале 4 человека прибавилось. Это местные. Это местные, а до этого заходило сканящее тело, по-моему, нет. Малек. Ну, тут ХП есть. К-162, скорее всего. Ну, давай, забукай просто ее. Комбаты пропали. Они, кстати, могут из ВХ даже вот эти чуваки наведаться. Чита? Малек. Пробки ушли. Угу. Я сменю позицию. Нейдрит. М? Слушай, а у нас фраза иконка нейтрика может быть? Нет. У меня такое ощущение, что у него смоловый нейтер просто. Либо курса вкачанная в единичку. Не, нас 20 до меня доставало. Как минимум в двоечку. Он даже меня по ней понейтрило, когда я прыгнул к ней. Я паузу, я не хочу без капа быть. Так что держите дизами. А, все сняла. 25 уже не нейтрит. Ты какой левел? Тройка? Не знаю. Плюс локал. Это еще местный. Может, он сумонится. Читах опять. Это та же. Да. Читаха не из ВХ. Читаха вышла. Блин, помню, курса там батарея еще не было. Плюс локал, еще местный. Подло, на скольки капе она тебя держит? Что? На скольки процентах капа она тебя держит? Ну, на нуле фактически, но я там где-то секунд за 8 накапливаю на активацию МВД. Дальше вылетишь, да? Спокойно. Да, конечно. Дэс, ты посмотри, посмотрите под скан. Слушай, может я слетаю на ВХ-шку, гляну, что там за... Не, подождите, давай мы подержим ее пару минут и... ты.
Две штарки. Хорошо. Бричер. Лача. Я таплю от нее. Бонус ап надо. Что еще у них? Отползаю. Аккуратнее, но держим ее. Я буду отбегать, потому что капа мало. Да, вы ни в коем случае сейчас не лезьте под нее. Стилета. Будем убегать туда за, но осторожнее. Ну, на коротком пока никого. Смотри, короткий, хорошо. Я отпустил ее. Я держу ее. 50. Так, еще 20 кинуть могут уже. Так, по-другому на них спозиционирую. Они могут. Хорошо, убиваем. Стелька. Дайте стельки подпойнтить кого-нибудь. Не убивайте сразу ее. На меня бежит поинтить. Не, убиваем. Осторожно, там будут эштары. Поднейтрил? Гриффин. Угу. И на Гриффин. Надо подальше от Иштара пойти. Иштар, давай Иштар Праймари сразу же. Нужны поинты. Блять. Ёбки, убежали просто. Что это было за... Ну, рано стельку убили. Всё-таки. Да я думал, что они как бы на ВП типа. Заклочь бонусы пока. Это была сеткой. Чтобы вообще не трогать. Курса была без танка, пиздец. Куда убежали? Не видел? Ну, все на станку вроде как, а кто-то ушел не на станку. Они загриться не успели ни на кого? Mm-mm. Лоханулись мы, конечно. Ладно, я что-то думал, что они все-таки подраться. Я спешу в таких моментах постоянно. Просто тут нубики, это видно, поэтому... Скорб. Слушай, возможно, что-то будет. Ну, да, надо было тебе раньше крикнуть мне, что... Ну, как-то более вразумительно объяснить, что я мудак. Ты скажи прямо, да? Да, скажи прямо, мудак, не убивай. Я остановлюсь, а так я что-то это... Ну им теперь больше не на что наварпывать, вот в чем дело. Может на андок? Не, не хочу, чем? Мы тут хорошо стоим. Они... И тут, видишь, третий штар появился, нормально. Так и было три. Нет, было два. Два. Приварпывал три штара. Да? Да. У меня просто, знаешь, в голове формировалось, ага, я 70 до Гриффина. Ага, если я еще потоплю, то ракеты доставать не будут. Ага, нужно притормозить. О, стилета умерла, надо залочить штаров. Тут понимаешь, что, сука, уже отварпывают они. Я как бы в голове планирую какой-то бой уже, а на деле получается, что тут уже все убежали. ЦРБА, норм. Ну да. Вот видите, как я стою, вот как не сфокусируйтесь чуть-чуть ко мне. Я специально стою, что если они сюда прилетят, там, в тридцатку, если что, я к тебе быстро убегу. Ну и штары, вы сами понимаете, там нужно будет очень осторожно с ними. Если кинут баунсеров, то есть сфокусируйтесь на этом, то будет очень неприятно, и надо будет маневрировать хорошо. Слушай, а если сейчас убегать начать, выходить отсюда, как думаешь, они рванут за нами? Сомневаюсь, что-то. Если мы на инстуги дальше упадем. Мне кажется, они... Немножко такие пассивные. Гриффин летит.
Возможно, будет пытаться вывестись. Штарка тоже. Тоже бонус драйв? Да, это экзекьюрер у них там. Бонус ап. Я пока поехал в ту сторону. Ух ты, как они приходят, интересно. Я на них. Ты с одним, не, ну смотри, видишь локал какой-то, я сейчас подсканку, то есть аккуратнее. Если сейчас балансеров кинут, то можно будет двигаться от них. То есть не давать... Возможно, скорб отдельно приварпает. О, да, да, скорб отдельно. На, я закончу его. 60. Поехали за него, чтобы им нужно было двигаться к нам. Да, не в джаме. Нитрики. Поиск. Скорб праймари. Бонус поднял, да, все? Угу. Его подтопить, дать скребок ему. О, у нас городами стреляют. Давай не убивать пока. Блять, это МЖД. Тихо. МЖД, блин, сволочь. Да я ехал как раз на скайбок. Не смогут наворпать на него, если что, сейчас, если я за... Хорошо. Есть дис, поехал в сторону. Еду в сторону, потому что будут через нас ворпать. Отлично. Так, первый штар, я его перехвачу. Угу. Отъезжаем от них. Я сейчас буду падать в перезарядку, народ. А, логисты, давай логисты убьем. И штар лочит меня, обратно будем кайтиться. Штарпоинт. Они горды. Логист праймари. Логист праймари. Держите штар. У меня три ракеты в перезарядку, поэтому помогайте. Тонат, осторожно. Я в перезарядке. Так, у меня дроны не летят, я Иштар. Осторожно, Иштар, видишь, поехал, Иштар, видишь, поехал. О, пойнти, Иштар, топи на него. Невозможно. Я его держу, Хорошо. А можешь заскрамбить его сейчас? Да, смогу сейчас заскрамбить. Хорошо, скрамби его и держи там. Только смотри, под наварп не попадете, умоляю. Видишь, там наварпы пошли. Уходи, уходи. Все нормально. Давай нам имру, возьмешь, наверное. Иштар просто далеко, и... хотя... Я МЖДшн, наверное, убьем логиста, МЖДшн к тебе. Будем. Ну смотри, окей. Ты, главное, давай. Живи, если будет плохо, скажи об этом. Сейчас взорвется, короче, этот говнюк. Ты держишь, да, подлый? Я сейчас мумру возьму. Мумру я возьму, она ко мне идет. Блин, я не знаю, я отбегаю. Ой, слушай, отбеги. Я буду Иштара держать, наверное, все-таки. Топи курсо, я держу это говно. Я буду под ним уже дальше. Только не умирай, ладно, там бежит. Ну, по мне баунсерами начали стрелять. Уже дальше из-под них. Штар будет праймари? Праймари. Интегрейт от огра. Ты держишь его? Да, держу штар. Я держу второго. Я держу джуд. Я ору я. Джуд будет праймари? Мирмана надо держать. Джуд праймари? Мирма поинт. Что, на подскане? Все ок. Я, наверное, не смогу добить его. Я добью. А что дамаг от них нет? Надо прыгнуть вверх, потому что что это было? Ты его откачал. Там качается. Лок. Надо прыгнуть вверх, потому что, видишь, там домики повесили под скани. Блять. Ну, давите его. Кого? Я держу пока Иштар, Мымру держит курс. А за скрамби, а то вытопит говнюк этот. Сейчас. Давай дис на него положи, иначе я уж скоро держать его не смогу. Дис есть. Ну, я его не отпущу. Я поехал, короче, к нему. Я понял, там... Блять. Кусок говна. Сейчас буду скрам. Дай скребок, я с ракет достреляю прямо отсюда по нему. Есть скребок? Твой нужно очень. Конят. Пока нет, сейчас будет. Есть. Сейчас скорость у него упадет, и я постреляю по нему. Все, пошли залпы, скоро кочурится.
Держать будем имру. Я потом буду вперед вытапливать, реварпать на подвал. Ой, нет, не буду. Домик. Близко ко мне пришел. Возьми домик, бист. Хорошо, он близко ко мне пришел, я вытапливаю от него. Штарк только добей, если можешь. Угу, добью, добью. Домик праймари. Пробую, короче, я подлечу, сейчас на скребок его посадить. Брутиксы летят. Не знаю, слушай, я пока не буду сильно лезть, вдруг отнейтрит. Я сейчас скоро в перезарядку упаду и ракету у меня говно. А ты не хочешь Мирму убить, потому что Мирма с 5 гардами. Сухая. Слушай, ну я попробую сейчас в Мимру разрядиться. Я домик взял. Хорошо. Только смотри, там могут быть нейтрики, тебе нужно будет вытопить. То есть не останешься там как дурак. 30 километров. Сиди за МЖД на нем, я не хочу лезть под него пока. Хотя, сейчас может подлезу. Что пришло? Брутикс. Блять, я... Домик держу. У меня ЕМ перезарядится сейчас, пацаны, сори. Я брутикс возьму. Сори, народ, я перезаряжу сраный ЕМ. Я дико извиняюсь. Домик вообще стоит брутикс на месте, не держится. Ну давай, давай, давай домик добьем, реально, это изи будет. Ну, окей, давай. Я просто отнейтрил его. Можно сейчас все нейтрить? Хотя, давай мымру. Слушай, давай мымру, ладно. Прости, что я тебя дергаю, давай мымру. Угу. Домик, смотри за МЖД внимательно. Сейчас почти перезарядился. Он стоит на месте, вообще ничего не делает. Как такой стукан. У меня опять ЕМ на ракеты закачиваются. Я сейчас опять зарядил фейловую пачку в малом количестве. А чё Брутик сделает? Утапливает? Ну, ко мне пытается ехать. Сейчас я фури, короче, перезаряжу под это дело. Перезаряжу. Мезис. Не Мезис, пожалуйста, можно? Кирес лучше. Кирес? Давай после Мирмы Кирес. А он вытопит. Он далеко вытопит, забей. За ним гоняться. Так, меня дампят. Ой, домиком же... У меня в дамп увели... Я вообще ты жив? Пипец. Ты жив? Ты жив? Нет, я жив. Я лучше, пипец. Грифин. Давай потом Гриффин. Я лучше, ты говно. Она еще фури заряжена. Гриффин сухой. Хорошо. Слушай, я к Кирессу заеду и... Давай пробуй. Не, он убегает. Все, он сам уже меня потерял. Дурак. Цербан у меня побежала. Хорошо, я пока выйду, я тут фури зарядил, короче, не знаю, держит что рыбу. Я сделал. А, кто будет праймари-то? Цербан будет. Окей, церба будет праймари, я просто с фурей буду бить. Домики пришли, хорошо, на перегреве пока отскакивай от них, давай. Церба праймари, но у меня фури, сам понимаешь. И Штар снова так, приехал, аккуратнее. Церба убегает. У них много дамага. Они в меня баунсерами шмаляют, норм, все. Церба нейтрики. Уже дэшится домики-то. И Штар пришел. Окей, я Брутик сейчас поймаю. Брутикс поинт. О, так, они мной заинтересовались. Я очень херово дамажу. Я пока отскочу, короче, на перегреве подальше. Цербу держу. Ну, цербу я плохо очень пробиваю, я говно... А, норм. Так, давай домик в продкасте. О, да, Брутикс, да, Брутикс, Брутикс. 100. Лучше Брутикс, да. Скоро посмогу на поинт взять. Чупич, а, во все дал. Я, наверное, не месяц наебну. Почему домики в разных местах? Хорошо, я Брутикса держу, народ. У нас есть кто-нибудь, может и другой держать. Я в перезарядке. Я и Штарку еду на Штар. Много домиков, кстати, в игре советую, чтобы вас не альфануло. Никит Хаммерхеда. Брутикс праймер, если что. Я, кстати, не его самостоятельно, так что ок. По мне пошел дамаг. Начинаю репаться. Держу Штар. Так, я поехал, по мне очень много дамага.
Там никаких центрей-то нету. Много дамага. Я держу Брутикса. Так, я разгоняюсь на солнце, по мне очень много дамага входит. Такое ощущение, что скоро дроны прилетели. Керес бы. Я в дампе. Так, уйду на солнце, короче, в 100. Ушел. На Керес и дронов кину. Что за дроны? Странно, на мне просто... А, баунсеры. Баунсеры были, народ. Аккуратней, пожалуйста, сейчас, не провтыкайте, там очень много дамага. Еду на Гриффина. Да, дамага много. Угу. Давай мы сейчас пересоберемся, там нечего делать, мы это не убиваем. Они не смогли таки кинуть дронов как-то. Ну, в смысле, я понимаю, как просто они раки. На солнце отпрыгивать можете? Я в 100 ушел. Как мы такое выглядит? Я сейчас Гриффина еще убью, у меня комфортно все чувствую. Я на солнце сейчас отстраиваю формацию и жду их на варпе сюда. Хорошо? Ты знаешь, я просто... А, ты хочешь, чтобы они на солнце ушли? Конечно. Там, правда, наги появились, поэтому осторожнее. Я что-то не думаю, что они будут уходить. Будут. Ну окей. Давай. Сейчас я только какой-нибудь секунд забучу. Погоди. Забучил. О, мисс Лакс подъехал у меня. Шел на тебя. Убил Гриффина? Подвой. Что? Гриффина убил? Блять, нет, в джам упал. Ну все ушли. Я ушел Макару. Все ушли, так что осторожно. На меня убили, я не чувствую. Не, понимаешь, ты себя хорошо чувствуешь, но мы себя плохо чувствуем на солнце. Сейчас соберу дронов. Заставлю их дронов потерять. Они там отварпали от своих старых. А что там в гриде? Три домика, да, так же? Три домика, ББшка и Штар Нага Керис. Растянуто, хорошо растянуто. А можешь как-то вывестись на кого-то одинокого? Или сколько они друг у друга? Просто... Я забукал, где домики стоят. Нет, домики я не хочу. Могу на ББшку выйти. Попробуй. Разгон обратно. Откуда ты приварпал-то? Так, за мной Керис идет, не знаю. Разгоняемся. А сколько домиков будет от него? Сколько домиков от него будет? Посмотрим. Хорошо. Хорошо. Ну, варпать можно. Шел на подло. Да, я слегка подогнал. Сейчас я чуть-чуть поближе подойду, и норм будет. Ну смотри, я под ними очень плохо живу. Меня продавили, я с хула вышел. Тут один домик рядом, ББшка ушла. Хорошо, давай, может, домик уровень будет установить под нейтриками. Если ты, конечно, хорошо себя чувствуешь около них. Херетик здесь. Штарка одна. ББшка пришла в ноль к нам. Угу. Хорошо. Я еретик на скром возьму. Угу. Они наварпать не могут? Так, я отсюда буду... А, тут фрейков закрывают. Так, бегу на юритика, на ВБшку кинул дронов. Окей, я пока выскакиваю. Так, хотя дрон на ВБшке, один нетик на ВБшке. Стилета. Бля, чё, джамер. Я убиваю ВБшку. Чё, отнетри ВБшку. Я пока оттягиваюсь, у меня там домики, чё-то один домик начал очень. Стилетка нейтрик. Диза. Херетик катится, да? Есть диз. Есть дамаг. Домиком же дошло, по-моему, видишь, к нам. Такс. Угу. Иду к нему. Херетик, давай убьем. Я убью херетика. Диза есть. Ага, все. Домик в праймере. Я буду осторожно тут сейф у вас с дистанции играться. На Агиле, пожалуйста, не альфанитесь, народ. Я вас умоляю, там очень много дамага, не рискуйте с собой. Они все хаммеров сбросили, они на мне. А, хорошо. Ладно, уже порастрелялись, он был. Позиционируюсь. Гарды. Отбегаю.
Понт есть же, да? Уже есть. Я бегу, но... МЖД может быть, так. Еще один МЖД, еще один домик, Хело. Он под меня пытается прыгнуть зачем-то. Давай его, зачем? Его и будем праймери. А хотя, слушай... Смысл? У нас два домика. Давай-давай, дальний, хорошо. Сейчас скоро перезаряжусь. Больновато. Отбегу пока. Сейчас скоро буду, парни. Пошел блевать. Короче, я буду оттягиваться и реварпать, скорее всего. Вот секондари. Хорошо. Мне будет проще. Стабер, там нанофаг летит. Держите его. Держу. Хорошо, я перекладываю таргет на другого, поэтому и спрашиваю. Еще домики в кладе, народ. Шоп, секондари бродкасти. На меня, ну тут как бы, я пока отскочу, потому что они меня все лочат. Сок ты от них? Тридцатку. Ну, может на меня упасть. Потом. Держу секондари. Угу. Держи другого. Ро-е что-то там держи. Угу. Этого, может, успеем брустануть. Отнейтри его, я там поднейтрил, а может он сухой, потом на МЖД не хватит. Я сейчас буду очень аккуратно, у меня ошибка в перезарядке. Справа от тебя приземлился домик другой. Там праймери какой сейчас? Стабер будет праймери, внимательно. Я положу поинт на стабера, народ. Да ты его просто заскрамблил. Равен. Не перезарядиться, наверное, равен. Блядь, равена надо быстро убить. Почему? Он на нас, блядь, на весь гриз дамаг вливать будет. Может от них пока отскочим маленько? Как он такой план? Хотя я буду отскакивать точно. О, МЖД я уже закончился. Стабера кинул, дронов. Нет, ЕМА. Не отпустил. Так, хаммерхеды на меня пошли две пачки. Держу стабер, убиваем стабер. Иштар, Керрис. Керрис надо что-то сделать. Керриса надо убить. Ладно, я пошел Керриса двигаться поеду по гриду. И стабер убиваем, если можем. Дроны на стабере. Блин, Иштара можно убить там, если получится. Так. Керрис далеко. Керрис меня дампит. Сейчас Иштар поймаю, Иштар буду праймерить. Я сейчас опять реварпну. Я один, наверное, Фондор не смогу. Фондор вижу. Ну, подожди немножко. У меня весь грид вообще праймерит, я даже не знаю пока. Кондор поехал ко мне. Нет, Кондор. Это он на меня идет. Кроу. Помочь тебе с мелочью разобраться? Да, не знаю. Сам? Я нормально. Подвой на тебя варпаю. Сильно не убегай. Там за тобой бежит Кондор. Ага, там Иштар нужно убить, народ. Очень нужно убить Иштар. Хорошо. Есть на нем? Да, есть, ну так, Грета их держу тут. Кинул дронов. Они могут там ЖДшить внимательнее. Немезис. Хорошо. Кроу потом праймери. Поинт сейчас положу. Поинт на кроу. Хорошо, я перезаряжаюсь на ногу. Блин, дамаги дофига, конечно, у них. Так, а что будем? Домик будем ковырять, наверное, да? Два равина, да, там? Ой, лол, и про одну равина. Ну, они все по мне сейчас лупят, так что... Давай домик обродкасти, как тебе? А, все понятно, ты вообще не можешь воевать, я понял. Я почти не могу. То есть я прибегаю, кидаю дронов и убегаю. Окей. Так, мне одну валькирию убили, сволочь. Окей, домик я пытаюсь праймерить сейчас. Так, равы по мне все еще стреляют, но я уже... Домик пытаюсь праймерить. Одна рава на мне. Домик нужны нейтрики, бродкасти. Отметил. Они рерные, что ли?
Кондор. Близко ко мне, но я не боюсь его ошибкой от нейтрим, если что, думаю. Контур меня заджамил. Пиздец тебе, чувак. Помочь? Да не, нормально. Он без поинта, судя по всему. Так, я варпаю сейчас. На дальний врек. На этот врек я варпаю. И буду оттуда уже бегать. Мне дамага не хватает очень. Каракал? Каракал. Нет, кого бьешь сейчас? Я бью бродкаст. Они пошли по мне работать, сейчас посмотрю по дамагу, что будет. Я в перезарядку сейчас уйду. Да, мне маленько не хватило его убить. Народ, не хватает дамага. Сейчас кидаю дронов, погоди. Так, ну мне тут больновато уже. Тоже скинул дронов. Кинул дронов. Человек, может, блять, у меня перезарядки не было, я рачил. Ну я подержу, давайте попробуем убить. Я под так на него думал. Я держу. Кондором там осторожно. Пошел дамаг. Логист. От нейтр, наверное. Я сам выйду на логиста. Кондор летит. Пижу, на меня летит. Кондор от нейтрич. Двинусь. Я двинусь сейчас явно. О, скребок на мне от кондора. Есть нейтрик, есть скребок на нем. С кондором как у вас? Я не хочу в него стрелять, народ. Я хочу стрелять в домик праймари. Народ, вы убейте себе кондора? Хорошо. Так, мои домики на этом. Мои дроны на домике не буду снимать. Хорошо. Кирилл, ну, я домик еще убью дроны мои. Ты с сайта можешь отнейтрить? Кинул два нейтрика только что. Я в дампе, блядь, от ебаного Кирилла. Окей. Так, я в реварф. Хорошо, я буду сайт праймер, если он не уйдет, но уходит. Ну что, мне к тебе идти? Бросай. Да, я отъеду, пока перезаряжусь. Всем, включая пасту, порепаюсь. Иначе меня модули гореть начнут. Не уходит? Блин. Дима, сори, это... Хлоу, что это за говно? Сейчас я попробую наварпать. О, у меня домик, он уже дошел ко мне, парни. Я двадцатку варпанул, сейчас этот... Ах ты, черт, ушел. Я домик держу, народ, все. Давай. Окей, сейчас на тебя уйду. Я буду праймерить его нафиг, чтобы у него опять не получилось то же самое. Надо и ЦМ-ку порепать очень. Давим, потому что надо пробить его, как ни крути. Пока что ближний паскан пустой. Пипец, он в жопу танкованный. Да, они жирные. Ну, с тобой получше пошло. Нейтро. Можно будет на конце попытаться его оставить. Но он там МЖД и примерно надо засечь. Ты, наверное, высушишь его. Стрим там работает. Я в перезарядке. Я пошел его на скром сажать. Хорошо. Все, не добиваем, народ. Не добиваем. Скром. Ну, он на мне дронов держит и типа пробивает меня. Типа. Мне даже паста нет, сейчас перезарядится репкой. Все, тихо, не добейте. Все ок. Давай домик. У меня тут пол армора домик. Пол армора на баргисте. It's your chance. Go. Сейчас
Какие-то дроны прилетят. Дронами не убейте, вот какие дроны-то летают впереди. Страшные. Давай, парень, парень, тут умирает почти, к Баргес, давай. Надо, надо. Ну, домик высох уже. Она больше не пробились. Просто до сих пор есть домик на подскане, я думаю, может он прибежит. Ну, на ближнем пока ничего не бежит. Перекусила меня, я запустил цикл репки. Все, пипец. Ладно, убиваем. Блин, мне кажется, они андокаться начали. Может, успею не добивать? Блин, не успел. Просто показалось, что я андокаться начал. Есть паста у кого, народ? Можете кто пасту быстро подкатить, скинуть? Да, есть. Потому что репку перезаряжать нечем. Блин, там куча всяких вкусных дронов в спейсе. Индуса-то нет. Батареек нет, ничего нет вообще. Сейчас повезу. Ремонт репки у них, да. Они в спайдере были.